Привет, сегодня суббота. Вот, отличный день у нас сегодня. Мороз опять. Небо ясное, красивенькое. Даже солнышко светит вон. Тут я так понял, что один день мороза, потом дождь. Один день мороза, опять дождь. Поэтому завтра, скорее всего, опять будет дождь у нас. Вот, ну ничего, посмотрим. Вот. Я сейчас все-таки добиваю сегодня музей артиллерии. Вот. Потом по времени посмотрим. Запланировал я еще в музей этих денег заехать. В Петербурге здесь есть большой один. Вот. Потом в библиотеку, в главную, центральную. Вот. Ну а потом посмотрим, куда еще успею. Вот. Немножко пару слов ко вчерашнему театру. Вот. Был супер. Смеялись, хохотали. Вот. Хоть и американская постановка была, то есть американская, как бы, как сказать, постановка, да? Вот, было очень весело, и уровень даже, ну как, не падал слишком низко. Вот, это, наверное, связано с тем, что сама картина как бы была с 42-го или 43-го года, что ли. То есть как раз военное время, поэтому там, наверное, себе не могли много чего позволить. Вот. А называлась «Здравствуйте, я ваша тетя». Поэтому рекомендую посмотреть, если будет возможность. Вот, заходим в музей. Что? Парковка? А, ну это ладно, курение запрещено. Окей. Касса дальше, наверное. Сейчас мы здесь пройдемся с вами. Ого. Большие. Прям такая музыка еще. Так, ну, справа что-то все одинаковое. Сейчас налево. Вернем с вами. Так, ну ладно, пушки одинаковые все. Так, что у нас? Я знаю этих. А, таблички есть, кстати, да, можно посмотреть. Ну, это, наверное, опять тоже какие-то эти трансконтинентальные ракеты. Установка с ракетой 8К1 ракетного комплекса. Ага. Да, большие. Какой красивенький. Здание огромное, оно там еще дальше, налево продолжается. Так что тут, наверное, надолго. О, сейчас мы сюда пойдем. Эти что там уже снаряды пытаются засунуть. Так, вон там сзади, наверное, Катюша стоит, да? Хотя не похоже. У нее, кажется, два ряда только было. А, да, сейчас это, скоро же 12 уже, я попытаюсь записать бомбежку, опять стрельнет в Петропавловской крепости. Так, ничего, там тогда еще пройдемся.
Да, жалко получается, что сегодня уже предпоследний день. Потому что в воскресенье уже улетаю утром. Вот тоже красивенький какой. Королевская пушка такая. Царь Ахиллес. Выставки на кассе будут сейчас. Посмотрим. Супер. Так, ну там сзади еще надо пройтись. Хоть у меня уже и руки отмерзают. Получается, что сейчас этот каждый музей выставляет то, что у него есть по поводу Романовых. Вот. 400-летию династии. В Москве как-то только один этот выставочный этот я видел. А здесь как-то прям уже какой-то третий, четвертый по счету. Правда, везде так по чуть-чуть, но все же. Так, ну там справа вроде не очень интересно. Поэтому здесь только налево пойдем сюда. Посмотрим на всякие тракторы. Конечно, все выставили. Ого, дуло какое, обалдеть. Далеко он, наверное, стрелять мог. Так, ну ладно, я захожу. Руки замерзли уже.